147 велосипедистов из 10 регионов страны выступили на чемпионате России по BMX. Впервые в истории чемпионата участники были разделены на три возрастные группы. В старшей группе победу в эстафетной гонке праздновала команда Москвы, показавшая в квалификации второе время. Серебро завоевали лидеры квалификации – пензенские велосипедисты. На третью ступень пьедестала поднялась команда Омска, в составе которой выступала трехкратная чемпионка России Екатерина Комнатова. 3 июля пройдет индивидуальная гонка «Классик».